Я звоню вам по поводу, вы поняли, о чем я говорю, о женщине. У вас там такой шум, что говорить невозможно. Сейчас, секунду тогда, я дойду. Алло. Да, удобно. Почему вы себе позволяете так оскорблять женщину и разговаривать? Дайте я скажу, я вас выслушаю потом. Конечно. Я свое мнение хочу сказать вам, как, ну, как вас назвать, не знаю, кроме урода какого-нибудь. Пожилая женщина, как бы это ни было, вы берете баллончик и глаза брызгаете баллончиком и уезжаете. Это что такое? Вы думаете, что это вам вот так оставят, что ли? Нет, потом, Султанович, можно рассказать свою версию? Дайте, я скажу, и потом вы скажете. Да, конечно, конечно. Кто бы она ни была, какой бы национальности ни была, вероисповедания не было, вот так не поступают. Вы такие единороссы и как раз портят нам все, и вы не соответствуете, на мой взгляд, быть в этой партии вообще. Потому что сейчас такой общественный резонанс по этому поводу. Если бы вы говорили бы о каких-то террористах или экстремистах, и людей, которые предают эту страну, это было бы один момент. Но вы пожилая женщина, там зарабатываете, сидит там, как и все остальные. Вы кроме нее, на нее только наезжаете, уже мы поняли, что несколько раз это было. Знаете, что за это нужно будет отвечать? Что бы ни было, это не мужской поступок, и я не считаю вас мужчиной в понимании этой истории. Адам Султанович, а можно вас попросить помощи? Да. Смотрите, во-первых, очень много угроз сыпется в мой адрес в соцсети. Ну, оно не закончится, пока этот вопрос не решит. Мы же не можем всех в мире контролировать. Я понял, Адам Султанович, что здесь делать? Второе, как можете помочь с борьбой с нелегальной вот этой торговлей? И вы в том числе в Москве и за пределами все знают, что мы курируем данное направление с нашими людьми. У нас очень тесные контакты с городом Москвы, с мэрией Москвы. Прекрасно решаем любые вопросы, 100 раз сложные. Но для нас, вот то, что сейчас вот сделали, тут старая женщина, которую обидели, понимаешь? Поэтому вы абсолютно могли в любое время с нами связаться, и в любое время мы могли бы помочь и помогаем днем и ночью, не только в Москве, во всех регионах. Дагестанцев. Ну, правильно, слушай, я еще раз сказал, тут нет вопроса национальности или вероисповедания. Тут вопрос человечности. Вы, мы, я, разницы нет. Я поэтому... переборщил, я согласен. Адам Султанович, мне кажется, я, ну, как сказать, адекватно с вами. И, так сказать, ну, вы по разговору видите, что я адекватный человек, ну, и у меня есть репутация. Я уже знаю за вас. Я не националист, и не, ну, мне кажется, вы понимаете. Ну... Ну, я понимаю то, что вы говорите, но я по факту буду смотреть, как вы сделаете. Адам Султанович, вот, к сожалению, вспылил, согласен. Ну, все, давай. Все верно, спасибо, Адам Султанович. Давай.